Добрый день. Мы сейчас в достаточно известном месте, популярном, называется оно Антипатрис. Мы тут снимаем крепость и все, что вокруг. И вот о чем я хотел вам сейчас рассказать. Мы, конечно же, сюда пришли гулять по крепости, но вокруг происходят вещи не менее интересные. Вот, например, посмотрите, вот эта трава, ветерок ее колышет. Многие люди видят эти вещи и снимают свои такие вот видео, движущиеся наблюдения. При этом такие видеонаблюдения в движении, они очень красивы, и эта трава потрясающе дополняет образ этого замка. Не проходите мимо такого. Можно здесь найти еще интересные вещи. Конечно же, я больше снимаю крепость. Я смотрю на эти камни, на пробивающуюся между ними растительность. И вот эти детали создадут и покажут ваш уникальный взгляд на это место, а не просто еще набор более или менее стандартных кадров, которые здесь все видят и все снимают. Следите за собой, идите вместе с собой, идите вместе со своим взглядом. Только так можно сделать вот ваше уникальное видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы и продолжаем гулять, снимать и радоваться этому всему.